Сегодня мы приехали в церковь Дом Божий, где начинается очередная молодежная конференция. На эту конференцию съезжается молодежь из различных церквей, а также штатов. Ночь притаилась за окном, туман окутал все кругом, и беспробудный вечер, и беспробудный вечер. Мы в руки Библию берем, садимся тихо. Итак, с нами находится пастор этой церкви Давид Классин. Давид, пожалуйста, расскажите нам о целях этой конференции. Прежде всего, название и цели этой конференции. Мы взяли 12 главу Екклезиаста, 1 стих. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Мы понимаем, что жизнь без Бога для молодых людей, эта жизнь будет очень трудная и тяжелая. И поэтому наша цель — привести их к познанию Бога. Она будет больше носить молитвенное направление. Мы пригласили очень много гостей. У нас пастор с Миссури, пастор с Украины здесь есть в гостях. А также братья с Калифорнии и местные братья будут принимать участие, делиться словом. Молодежь будет петь псалмы и, конечно же, молиться Богу. И духом святости гореть, и славить Бога, Бога, Бога вечно. Привет, меня зовут Даниил, я из церкви из Рентона, Слово Божье. Божья церковь называется. Я музыку играю там. Славлю Бога. Мне это очень нравится. И хочу всю жизнь, чтобы играл и славить Бога. Меня Дмитрий Жоган зовут, и я с малого детства решил, какой у меня талант, какое служение для Господа. Я так долго размышлял, и я с 5 класса начал играть саксофон, трампет, и мне так очень впало в душу славить Господа, как Давид. И мы потом познакомились, еще давно-давно играли с Славиком, 2-3 года назад. Всегда не получалось, что-то там, то времени. Это мы договорились, помолились Господу, и ему было открыто, что найдется человек, который будет помогать все организовывать. Бог помог, мы все собрались. И во славу Господу, не во славу, как то написано, возвожу мои очи храма, откуда приходит помощь моя. Помощь наша от Господа, чтобы прославлять Господа и не уповать на силы свои. Меня зовут Иван Пруцко, я являюсь молодежным руководителем в этой церкви уже много лет, и наша конференция или желание нашей конференции — это чтобы, как написано в 71-м псалме, что от юности ты Бог мой, и до старости, до седины не оставь меня, Боже. Очень важно, чтобы молодежь уже с ранних лет уже посвятили себя для Господа, чтобы их жизнь была в дальнейшем благословенна. Вот это наше большое желание и цель этой конференции. Меня зовут Оксана, и я с этой церкви, я приехала с города Ванкувера, у нас еще одна церковь в Ванкувере, и мы этот год делаем конференцию, это 2012 год, и я приехала сюда, чтобы пообщаться со всей молодежью, и чтобы почувствовать прикосновение Божие, и чтобы приблизиться к Нему. Здравствуйте, меня зовут Славик, я приехал с Украины на конференцию, и хочу получить Божье благословение, прославить Небесного Творца, воздать Ему славу. Валентина Гарбузова, я из Сиэтла. Живу я в Америке почти 4 года, и каждый раз посещая конференцию, это очень интересно, встречать новых людей, встречать, конечно, своих людей из церкви. И этот первый год я буду прославлять Бога, я очень счастлива, я буду играть и петь. Мне очень нравится,
приезжать, увидеть своих родственников, увидеть своих друзей и просто прославлять Господа. Солнце.